Симулятор жизни, где тебе придется работать, участвовать в драках, служить в армии и так далее. Освоившись в городе, у тебя появятся друзья, с которыми можно будет пойти на охоту. Можно влиться в банду или по полной отгребать в одиночку. Тюнить тачки, захватывать территории, пострелушки с другими бандами, что может быть веселее? Твой выбор, твоя игра. Если ты хотел бы повыживать в суровом российском городе, то тебе однозначно сюда. Заходи на NextRP по ссылке в описании и создай свою самую топовую банду. Почти 40 минут чистого контента. Да, ребят, я знатно запотел. С вас 10к лайков. Ах да, играл я и снимал на нашем с вами сервере, Cheeseland. Рейты X1, стаки X2 и немножечко ускоренный крафт. Если ты хочешь поиграть со мной или пообщаться, мы тебя ждем. Вайп уже завтра в 14:00 по Москве. Скучно точно не будет. Залетайте. IP сервера, группа ВКонтакте, Discord, все в описании. Приятного просмотра. Не, ну я как бы люблю ночами заходить. Чё там, куда идем? Но я бы не советовал тебе тут плавать, потому что тут как бы зима. Да не, не может быть такого. Тебе дать тыковку? Держи. Ну ладно, удачной тебе игры, удачного выживания. Давай. Чувак, спаси меня, спаси! Мне страшно, отстань. Это моя последняя тыква. Держи. Он отжал мою тыкву. Нифига себе их тут. Арбалет. Вот это просто царский подгон. За топорик тебе спасибо. Ого. Я думал, это бомжара, это не бомжара. Да ну тебя. Отлично. Чуваки, вы чуть меня не жахнули. Здорово, здорово. Вау. Ого, бомжа положил. Ого, бомжа положил. Так это мой дом приехал. Ничего себе. Ну, я в принципе не наглый, поэтому построюсь на самом верху горы. На самой верхушке. Ну, для начала пойдет. Ой, как удобно будет мне тут ходить. Идеальный вход. Я, конечно, не эксперт, но есть идейка по поводу вот этого. Хотя меня будут постоянно прижимать оттуда.
Мне чуточку не хватило. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, этот дом строил супер-мега-архитектор. Я, походу, знаю, чем я сейчас займусь. Я вот на самом деле даже не знаю, какую стенку начать выдалбливать. О, у него металл гнет. Ну что, поехали? Мое любимое занятие, долбежка копьями. Хорош, пацаны. О, топорики. Ты издеваешься? Я реально выдолбил не ту стенку? Понял, поехали дальше. Куда ты побежал, дружок? Он фуловый. Ну чё, подними хотя бы, пожалуйста, просто. Чизи, подними. Можешь хотя бы мне что-нибудь дать? Чувак, ты не представляешь, насколько я бомжара. Чувак, ты серьезно? Ты серьезно? А ты тут живешь? Ну, неподалеку, да-да. Слушай, ты мне дерево принес, да? То я тут занимаюсь очень увлекательным делом. Хочешь, присоединяйся тут, смотри. Веселье. Контент. Тут антирейд бункер стоит, его нужно зарейдить. А тут будет пустой шкаф. Смотри, а тут... О, да, я люблю это дело. Смотри. Тыкайте. Я почти угадал, слышишь? Зайдя на следующий день, я увидел то, что моего домика уже нет. Но так как я, в принципе, ничего не потерял, я решил остаться на этом же сервере. Да, вот не успел домика строить, меня уже кто-то бахнул. Ну, ничего страшного, я как бы буду развиваться с нуля, почему нет? Да! Твой черепок я тоже заберу. Чувак, а ты чё тут прилёг? Устал, что ли? Отдыхаю. Ты спишься или что? Ой, сейчас ночь будет. Ой, как я люблю ночь. И строиться ночью люблю. Тут есть Эвербрэнч, Айрфилд и Сфера. Идеальное место. Оп, оп. Идеально? Идеально. Шкаф у меня есть. Блин, только как-то неохота мне его ставить опять в темноте, а то сейчас криво его воткну. Оп. Ну, кстати, идеально я его воткнул. Сразу же я отправился фармить компоненты, ведь они мне были очень кстати. О! Ящичек. Сачелька! Сачелька, не, я побежал сейвить, у меня домик недалеко стоит. Сачелька мне сейчас понадобится. Труп у меня просто миллион. Пайпуха! Пайпуха. То, что пайп выпал, это лестница. Окно. Двушка. Револьвер. Чего? Сколько у тебя камня было, дружок? Это мой дом приехал, новый, большой, просторный. 17 тысяч камня. Я поставил печки, но увидел то, что металла у меня нет. И я отправился его фармить.
Ух, посмотри какой, а? А вот за антирад тебе спасибо. Где ты живешь? Сина, покажи, где ты живешь. Говорит, я сейчас типов позову, я сейчас свой клан позову, тиммейтов, у него соло замки тут. Вау. Не вижу. Нифига себе, слышь, у тебя тут нефти было, это ты на плавку поставил? Да. Я у тебя 100 топки заберу, нифига у тебя там, слушай, ух. Я бы вернул тебе револьвер, да, но ты сам понимаешь, это бизнес. Я сам бомжара, если честно. О, тут есть, тут все есть. Тут, походу, кто-то недавно был. Че, я зря пришел сюда? Нет, тут есть ящики. Три микросхемы. Ой, я сейчас берданочку изучу. Это ж топ. Это просто топ. Пойду заберу свою берданочку, которую я выкинул. И мы пойдем домой. Офигенный заход просто. Плюс берданка. И тут я сразу же решил познакомиться с моими соседями. Почему бы и нет? Опача. Плюс беретка. Минус! Блин! Это их дом, окей. Разберемся. Да, шансы были, но я никак не ожидал то, что их больше, чем двое. Поэтому вот так вот и вышло. И я отправился фармить дерево, чтобы обустроить свой домик, потому что меня могли не зарейдить в любую секунду. Так, с чего мы начнем? Вот с этого. Большая печка. Люк. Корпус, это неплохо. Трубы. Еще один фьюз. Это...
Блин, конечно. Второй верстачок. Хоп. Я могу скрафтить берданочки. У этих пацанов дом такой сочный. Пару потолков, и я в лутовой. Мне бахать нечего. Так, 5000 металла, 2500 серы. Все, наверное, металла мне уже не нужно фармить вообще на ближайший вайп. Я думаю, найдем, зарейдим, окупимся и так далее. Но это не точно. Да, патронов, конечно, маловато выходит. Ну ладно, будем рассчитывать на то, что мне хватит. Хуя не вижу, блядь. Ты какой зенит? А, здорово. Вот ты меня добьешь быстрее, что ли? Он, походу, Томпсон это только нашел. Ты тоже отдыхай. Берданки, томики, надо это все домой сейвить. У меня дома ничего нет. Че я такой дружок пойдешь, а? Как оказалось, этот подхатный киллер был мой сосед. Как раз тот, которого я хотел рейдить. И я сразу же отправился к его домику. Хм. Эх, путал, ты чё потом взял? Я тупо невидимка. Чувак, нет, там вот! Две башки, и хит он не умер! И ты держи. Красавчики. 5 баллов. У меня есть калашик. Ебой. Сразу же, как только я раздобыл пушки, я пошел доставать моих соседей, которые сидели с АВМом. Да, именно тех, которые у меня отжимали пушки. Берем антирад, берем немного хилочек, берем беретту, это, и идем к этим бомжам. Потому что они слишком агрессивно стреляют с АВМа. Надо у них это отбирать.
Да-да, я свой, я свой. Крыша у нас, челик у нас. Тебе столько веры, что ты справишься, дружок. И в тебе столько веры, что ты справишься, что мне это нравится. Вы забрали у меня две берданки и Томпсон, я забрал у вас все. Фух, это было жестко. Это было очень-очень жестко. Но лестницы себя явно окупили. Так, а дерево у меня еще есть, отлично. Дал, заправим и пойдем. Мне нужно дом обустраивать срочно, иначе меня сейчас бабахнут. Мне так кажется. Как классно. Как классно. Да не бей, не бей, я буду. Как дела? Если честно, то не очень хорошо. Классный. Да, я узнал, я узнал, я узнал, я профиль посмотрел. Я не могу тут застроить. Почему? Почему? Не ставится? Да? Ну ладно, тогда сделаем так. У меня вообще очень хороший дом, советую. Рекомендую. Так, перчаточки. Патрончики взял. ЛР-ку взял. Топку взял. Надеюсь, мне этого хватит. И летим на карго. Карго, карго, карго. Я видел, что они бахают. Вау! 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 Вау!
Вау! Угу, постреляй, дружок. Три тысячи скрапа, 3000 пороха, 1000000 компонентов, 300 МВК, 200 МВК, блин, я столько не забрал. Мне просто этот шлак теперь не нужен дома. Далеко собрался, дружок? Ну-ка скажи мне, что ты мой калашик спёр, демонюга. Вор! Жулик! На базу. Ебой, походу хаты моих соседей сегодня не будет. И сразу же я начал все изучать, потому что мне нужно было зарейдить наших соседей. А для этого мне нужно было хорошенько подготовиться. Сачелька у меня была, а вот бобовой гранаты нет. И я решил ее купить. О, пацаны дверки еще не закрыли. Они походу ливанули, да? Здорово. Я за бобовкой. Нифига себе у вас тут деревушка. Мы деревню делаем. Да, мы деревню делаем. Красиво. Лёху не пускайте, чтобы он с Сизи не поговорил. Нифига себе вас тут. Алло, сколько вас тут еще вылезет? Знаешь, что самое прикольное? Что я их даже почти не знаю, это все рандомные челики. Давайте, удачи. Изи трейд. Если я их не зарежу, то моей хаты, я думаю, завтра уже не будет. Хотя у меня такой дом, что моей хаты, может быть, и сегодня уже не будет. Так. Бобовку я купил. Бобовку изучил. Третий верстак надо ставить. И крафтить калаши. Отлично. Через него смогу наверх запрыгивать. Так, один калашик мы уже намутили. Осталось намутить хилочки. Бобовки. Сколько у меня пороха есть? 2000. Не, по дверям я явно не пойду. Если пойду, то мне нужно вот это выносить, а потом идти по дверям. Либо вот эту стенку, гаражку, а потом по дверям идти. Идеально. Вот это поворот. Капец. Нифига себе вас тут пришло.
Все? Или еще? По-моему, все. Я, по-моему, убил четверых. Где еще один? Еще один, вот он, в антираде. Так. Так, так, бобовочки крафтятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По-моему, 9 надо. Нет, 9 не надо. Отмена. Надо 8. У меня еще 11 есть. Ага. Дом какой-то непонятный. Тут тройная буферка, там четверная буферка. Там вообще вход по кругу идет. О, а там три типа. Тут гаражка. Спасибо. Ты чё? Вот и вернулся мой калашик. Вот они, мои сачальки. Я вот не знаю, экономить сачальку и бахать гаражку. А за этой гаражкой может быть еще гаражка, и еще гаражка, и опять гаражка. Или бахнуть вот это, или вообще в металл сразу пойти. Ладно, бахаем фундамент. Офигеть, у него тут гаражик. Тут ящик. Две лестницы. А, это походу... О! О! Здорово, пацаны. АВМчик. Шмоточки. Топ-маска. То, что нужно. И все? Двушки АВМ, топ-маска, все? Офигеть, у вас кукурузы. Ради этого стоило вас рейдить. Полежи чуток. Мне не хватило сачелек, чтобы дорейдить последнюю дверь. И мне пришлось бегать домой, скрафтить и вернуться. Нифига ты выдал! Ты чё, чувак, тут сидишь? Ну давай, ну взрывайся уже, а? Давай, медведь! Хорош! Сишка у них одна. Одна сишка. Успел. Я, по-моему, даже окупился. Нет, я не окупился. Хотя тут сишка была. Тут компонентов миллиард еще. Мой сосед, который подходил ко мне, попросил зарейдить каких-то типов. По его словам, там обитали какие-то жесткие ребята. Я решил ему помочь. Алло. Что там, чем тебе помочь? Никуда... Какой потолок хочешь? Вот этот?
Нормально рейдер, слышь. Не, ну как бы. Я скажу, ты вот за 2К часов первый раз такое. Чувак, мне страшно смотреть туда. О, да. Не. Уф. Уф. В общем, мы с ним зарейдили домик, все ресурсы он забрал сам, потому что мне они были не нужны. Я пришел домой, вышел и застроился. Но стоп, вы подумали, это конец? Нет, это далеко не конец. Я не понял, а кто это у меня на хате? Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это слишком жестко. Почему? Пацаны, готовы на второй заход? Да мне тебе страшно. Нет! Пацаны, мне страшно уже, все, отпустите меня. Алло, бойцы! Мне страшно. Не рейдите меня больше. Ты мне не веришь? Почему? Я тебе не верю. Да мы тебе контент делаем. Ты не пройдешь! Да ну тебя в жопу! А вот это конец. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы оставили свою оценку. На самом деле я даже не расстроился, то что меня зарейдили, ведь завтра вайп. Все, кто хотят со мной поиграть, заходите на сервер. Ссылочки все в описании и айпишка тоже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.